спрашивают, чем можно заняться на круизном лайнере. И есть такой страх у людей, что это как замкнутое пространство, что мы хотим все время быть в разных местах. Так вот, я вам могу сказать, что я сейчас сижу у бассейна, и мы только-только пришли из Палермо, у нас была вылазка в город, на Сицилию, и реально очень устали, и очень много впечатлений, и насыщенные дни такие, каждый день какой-то новый город. Вот, и поэтому, когда ты оказываешься на корабле, на лайнере, мы сейчас путешествуем на MSC Splendida, то тут столько возможностей для отдыха, да, кто-то проводит свое время в барах, да, это взрослые, кто-то танцует, вот, дети у нас сейчас в бассейне, да, плавают, пожалуйста, вот, многие греются, потому что попали под дождь, немножко замерзли на Сицилии, да, вот сидят вот здесь в джакузи. Чуть-чуть вам покажу. Это, так сказать, не будем в приватную жизнь лезть людей. Поэтому смотрите, бассейны есть и открытые, и закрытые. Мы сейчас находимся в закрытом бассейне. Вот поэтому есть очень много чего на лайнере. Бассейны и аэробика, и акваэробика, и фитнес, и спа-зона. И если вы хотите, вы можете сделать за дополнительную плату, правда, массаж. Но вот бассейны, они все, и джакузи, они все входят в стоимость уже вашего круиза. Поэтому чем заняться на лайнере, действительно, очень много. Вот. Об этом еще следующее наше видео. Пожалуйста, кому интересно, как путешествовать со скидками 50% и более на шикарнейших мировых круизных лайнерах по всему миру, обращайтесь ко мне, Юлия Мотолыцкая или Юлия Добротворская. Пожалуйста, всегда рада ответить вам на все вопросы. Пока!